Она полетает, это нормально! Она просто шевелила бровями, это просто жесть! Там что-то огромное, она красная, она полностью... Что это? Господи, это рука! Чё, парень, бро, меня зовут Аргион, если просрал уже, просто срал уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы быть мы Supreme Банде! Самый лучший бандит на ютубе, ведь, бро, придет время, Supreme Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть мы Supreme Банде, в самой сильной банде на ютубе, бандит! Итак, на сегодня на видео снимает Настя! Привет! И Supreme Банда, вы просто посмотрите, насколько же страшная эта кукла! Вы бы знали, чего нам стоило найти! Нам нужно было залезть в канализацию, самую настоящую канализацию, чтобы там призвать Пеннивайза! После чего начать с ним сражаться и забрать у него эту куклу! Это было очень сложно, Банда, но тем не менее, она все-таки у нас! И Банда, в том видео я пообещал, что за 10 тысяч лайков я разрежу эту куклу! И сегодня именно в этом видео я реально разрежу эту куклу! И посмотрю, что у нее внутри, потому что, как говорится, это всего лишь единственная кукла! И она всего лишь была у настоящего Пеннивайза! Только думайте, что там прятал Пеннивайз, мне просто это в голове не укладывается! И, кстати, Банда, этого шарика я и не давал! Этот шарик сам появился у нее в руке, только вдумайтесь! После прошлой ночи мы забрали эту куклу, а прошлой ночью у нее появился этот шарик! Я не знаю, откуда, Банда! Но это доказательство того, что кукла реально живая! И сегодня, Банда, я хочу реально ее разрезать и посмотреть, что там внутри! Эй, бро, ты знаешь, давайте на это видео наберем 10 лайков! И тогда я сниму маску с Пеннивайза, только вдумайтесь в это! Мы увидим самое настоящее лицо Пеннивайза! Чем больше лайков, тем быстрее я сниму маску с Пеннивайза! И тогда нам откроется самая главная тайна мира. А тем временем мы ждем 3:00, чтобы разрезать куклу. Погнали! И да, Банда, вам не послышалось, я реально сегодня разрежу эту куклу где-то здесь. Тем не менее, на часах уже 3:00. У нас есть на выбор 2 предмета, ножницы или нож. Наверное, разрежу ножом. Нам, кстати, повезло, нам мягкое, так что это будет легко. Окей, я прям волнуюсь, очень сильно волнуюсь из-за этого. Вы просто посмотрите, это реально как будто живой Пеннивайз. Точь-в-точь, как Пеннивайз этот костюм. Окей, где-то здесь, наверное, нужно его как-то убрать, чтобы разрезать эту игрушку. Потому что здесь как-то жалко ее резать. Что ж, прям Банда, это просто жесть. Господи, какая же она страшная. А еще больше всего пугает, что она еще и живая. Это так страшно, вы просто это не поверите. Все, что ж нужно ее положить и как-то уже проткнуть, чтобы она наконец-то уже умерла, то она может в любой момент очнуться. О, господи, Банда, в этом виде, Настя, ты это видишь? Да, вижу. Окей, фу, это просто жесть, Банда. О, господи, это реально будет в этот момент, Банда, черт. Разрез это настоящего Пеннивайза, Банда, вы это видите? Что происходит? Она просто приподнялась, это просто жесть, Банда, она живая. И он говорил об этом, о, господи, Настя, что делать? Я не знаю, Сережа. Черт, я просто не знаю, что делать, окей. Я удержу, Настя, я удержу, быстрее, иди сюда. Да просто жесть. Я удержу нас скорее! О, черт, она реально сжимает, ты видела? Это да. Просто жесть, господи! Да быстрее уже как-то просто разрезать! Черт, я не знаю, что делать! Черт, Катя, нам понимает, пришел Настя! Он пришел за куклой! О, черт, у нас проблемы, не знаю, что делать! Я привезла не быть его за этой, где он там! Настя, держи ее, черт! Это просто жесть, хоть бы она не убежала! Потому что все другие игрушки, которые мы разрезали, просто убегали! Да еще Пеннивайз, Катя, вернулся, я создал его смех! Это просто ужасно, Банда, все! Готово, по идее, кукла больше не нужна убежать! Мы реально уже хорошо привязали! Окей, Настя, теперь тихо, идем, смотрим, где там Пеннивайз! Черт, он реально вернулся за куклой! Быстрее, идем, только тихо, где-то там реально Пеннивайз! Это просто жесть, Банда! Я его нигде пока что не вижу, но он где-то здесь, ты же сама слышала его смех! Он реально вернулся за куклой! Я подозревал, что он захочет вернуться, но что, прямо сейчас? Мы даже не успели ее разрезать! А я очень хочу посмотреть, что там в кукле! Сереж! Что? Мне что-то плохо! Господи, в смысле, только не сейчас, Настя, что происходит? О чем ты вообще, Настя, что с тобой? О чем не шути так, пожалуйста, это не смешно. Что? Настя, нет, это не смешно, пожалуйста. Что происходит, Настя, нет, только не говори этого. Ты что, реально превращаешься, Пеннивайза? О черт, Банда, что происходит? А, господи, Настя, здесь Пеннивайз, что делать, я не знаю. О черт! А, Пеннивайз, нет, пожалуйста, забирай куклу, только отстань от нас, отпусти Настю. А, господи, он все-таки не ушел, Банда, он все-таки все еще здесь. Это просто жесть, посмотрите, это же реальный Пеннивайз. Черт, что делать? Господи, нет, пожалуйста. А, черт, нет, Пеннивайз, отстань. А, господи, просто жесть, Банда, это настоящий Пеннивайз. Черт. Что, как так? Настя, здесь же был Пеннивайз! Не, не подходи ко мне! Ты Пеннивайз, ты все еще Пеннивайз! Черт, как так? Настя, ты же все это время была нормальной! Черт, Настя, ну где Пеннивайз? Ты уже не смешно! Сережа, это же я не знаю, где Пеннивайз! В смысле? А, черт, а где шарики делись, Настя? Где ты за Пеннивайз? Почему здесь ты? Это не Пеннивайз, Сереж, перестань! А, господи, это просто жесть, Банда, что происходит? О, господи, это просто жесть! Если честно, я все еще не верю, что у нас это не Пеннивайз. Она же реально была только что Пеннивайз, вы сами это видели, господи, это просто жесть! Куда делась кукла, Настя? Здесь же была кукла! Я не знаю, я не брала! Ты Пеннивайз, это ты ее украла! Нет, Сереж! Я видел сам, ты превратилась в Пеннивайз, как ты объяснишь это? Окей, наши разборки нам не вернут куклу, допустим, я тебе верю, что ты не Пеннивайз, но где кукла? Я не знаю, честное слово!
Черт, я просто не знаю, что делать. Мы просто таким вот тупым способом потеряли куклу, нужно пойти ее найти куда-то. Окей, тогда идем туда и смотрим, где кукла. Возможно, она просто телепортируется по всему дому. Возможно. Окей, Банда, как и ранее говорил, кукла живая, она может быть где-то в доме, просто она сама ушла. Это не значит, что ее Пеннивайз украл. Окей, значит, что дальше делать? Я не знаю. Черт, давай посмотрим здесь. Открой дверь и посмотрим, что там. О, господи, это просто жесть. О, черт, кукла! Настя, ты это видишь? Да, вижу. О, господи, сколько здесь шарика, это все Пеннивайз наделал. Окей, нужно, наверное, включить свет. Ты это видишь, она живая. Это просто жесть. Банда, она полетает, это нормально. Господи, что дальше будет? О, черт, кто это? Черти! Посмотри, он забирает куклу. Нет, черти, стой! Отдай ее! Быстрее бежим за ним, Серёга! Да, точно, скорее! О, господи, эти шарики! Что? Куда он делся? Настя, его здесь просто нигде нету! Что происходит? Где делся Джорджи? Он же зашел сюда! О, господи, Настя, он ушел с куклой! О, черт, Супрепада, мы потеряли куклу, вы видели сами! Она просто подлетела, как тема! А потом пришел Джорджи, его собрал, это просто жесть! Окей, Банда, мы реально потеряли куклу, я уже просто не знаю, где ее искать! Это реально была наша огромная и самая успешная находка! Но мы так глупо ее потеряли, вы видели, как демон подлетела! О, черт, мы просто потеряли куклу, вы видели? Она реально подлетела, как одержимая, я не устану об этом говорить, потому что это жесть! Окей, Супрепада, у меня есть идея, если вдруг здесь снова появится кукла, я надену на нее этот крестик, это должно хотя бы немного ее сдерживать. Думаю, если на ней будет этот крестик, она перестанет двигаться как одержимая, будет так, как одержимая. Окей, но тем не менее, мы все-таки потеряли куклу. Ее пришел и забрал, черти, это так страшно выглядело. И блин, я просто не знаю, что делать. Нужно пойти как-то призвать Пеннивайза, чтобы он пришел сюда с этой куклой. Возможно, кукла где-то здесь. О, черт, Банда, вы это видите? Это кукла, господи, ее шарик! Это просто жесть, Супрепада! О, господи, вы это видели? Черт, нужно скорее надеть на нее крестик, она реально живая, Банда, это просто жесть! Черт, она реально живая, вы это видели, Банда? Нужно скорее надеть на нее крестик! По идее, все, вся мистика должна прекратиться, я надел на нее крестик! О, господи, хоть бы оно сработало, все, Банда! Это просто жесть, посмотрите! Я реально надел на нее крестик! Окей, не теряем времени! Нужно скорее разрезать и посмотреть, что у нее внутри, Банда, быстрее бежим! Быстрее, Настя, бежим, мы теряем время! О, господи, фу, крестик! Это просто жесть, Супрепада, посмотри на ее лицо, оно такое страстное. О, господи, это просто жесть, Банда, вы это видите, Настя, ты это видишь? Она просто шевелила бровями, это просто жесть, Банда, она реально живая. Окей, Банда, нужно быстрее разрезать ее где-то сзади. Сначала нужно разрезать ей одежду, а потом уже саму куклу. Посмотрите, я реально разрезал уже костюм. Тот самый легендарный костюм Пеннивайза. О, господи, просто посмотрите на это. Банда, что ж, дальше теперь нужно разрезать саму игрушку. Черт, я прям сейчас ее убью, Банда, только вдумайтесь в это. Надеюсь, вы готовы. Раз, два, три. Вот так, как тебе такое игрушка Пеннивайза? Надеюсь, тебе это нравится, черт! Посмотрите, Банда, я даже ничего не сделал, даже нету никакого шрама! Глядь, ты реально просто не можешь ее разрезать! Нужно попробовать с ножницами, господи, о, да! Окей, нужно убрать немного пуха, посмотреть, что там дальше! Окей, быстрее, здесь так много пуха, Настя, ты это видишь? Да, вижу! Господи, где здесь хотя бы что-то есть, посмотри! О, господи, я сразу же что-то нашел! Черт, что это такое, почему оно красное? Оно как будто в крови, глянь, что это вообще? Господи, посмотри, оно еще открывается. Это какой-то как будто глаз, ты это видишь? Я знаю, что это! Это кошачий глаз, Настя! Но он пустой, здесь ничего нету! Все, это реально жесть, Банда, то, что мы нашли сразу же, это так страшно! Окей, смотрим, что здесь дальше. Это реально страшно, Супрепада, я не знаю, что будет дальше, но мне уже от этого стрёмно. О, господи, гляньте, здесь уже пух идет в крови! Окей, пока что ничего не вижу, просто... О, черт, глянь, здесь еще что-то лежит! Что это такое? Здесь какое-то сердце! Оно напополам разделено, ты это видишь? Это какой-то браслет! О, господи, Настя! А что, если раньше Пеннивайз был нормальным человеком, то он вдруг влюбился в какую-то девушку, она разбила ему сердце, после чего он превратился в такого кровожадного монстра? Это объясняет, почему здесь этот браслет с раскаленным сердцем. Это так ужасно, Банда, вы только посмотрите, как же он стрёмно выглядит. Да еще и в крови, и мои руки теперь тоже в крови. Это просто жесть, Банда. Окей, давайте посмотрим, что там еще есть. Это так стрёмно, здесь реально пух в крови. Ты видишь это? Посмотри, здесь реально кровь. Окей, Банда, смотрим, что здесь еще есть. Здесь только пух, как много здесь пуха. Я пока что все еще ничего не докажу. Посмотрите, сколько здесь пуха, я все еще ничего не вижу. Господи, черт, я что-то нащупал, Настя. Я реально что-то нащупал. Там, где сердце, прям где-то здесь, Настя. О, господи, вот смотри, мой палец. Я что-то чувствую, Настя. О, черт, Настя. Это что, сердце? Посмотрите на это, Банда. Это реально очень сильно похоже на сердце. Господи, ты это видишь, Настя, оно все в пуху. О, черт, Настя, это реально похоже на сердце. То есть это сердце Пеннивайза. Или же той девушки, что если он ее убил? Это просто жесть, Банда, вы это видите? Я прям чувствую его холод, Банда. Оно такая холодная, это просто жесть, гляньте на него. Это реально страшно, Супрем. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Получается, что в этой игрушке Пеннивайза сам Пеннивайз хранил самые дорогие ему вещи. Окей, Банда, смотрим, что здесь еще есть. Настя еще что-то нащупал. Оно гнется. Я не могу его вытащить. Что это? О, черт, Настя, посмотри! Это хребет игрушки! О, черт, у нее что там, кости внутри! Это реально похоже на хребет этой игрушки, посмотри! Он реально огромный, черт! И с помощью него гнутся
все кости. Это просто жесть, по-черт, да просто посмотрите, сколько здесь пуха, и он весь в крови. Даже идет еще пух, и он еще с ней в крови. Что там дальше, только оставляет желать лучшего. Окей, смотрим, что там еще есть, панда. Я что-то вижу, я реально что-то вижу, Настя, там что? Посмотри, там что-то огромное, и она красная, она полностью что в крови. Это? Господи, оно тоже в крови, Настя, это просто жесть. Черт, господи, о, черт, это кость, Настя, ты видишь, что настоящая кость. Да. Черт, что это вообще такое? Почему здесь кость? О, господи, я его вытаскиваю. О, черт, ты это видишь, Настя? Черт, Настя, что это вообще такое? Ты это видишь? Да. Господи, это рука. Ты видишь, что Настя, это настоящая рука. О, господи, панда. А что, если это рука Джорджи, который отгрыз Пеннивайз? Он ее просто оставил хранить, здесь даже есть кость. Это реально настоящая рука Джорджи. Пеннивайз ее просто отгрыз и оставил свои игрушки. Это просто жесть, панда, вы это видите? Самая настоящая рука Джорджи, господи. Она такая противная, она вся такая в крови. Глядь, здесь реально кость, панда. А черт, что с ней делать, я просто не знаю. Это реально жесть, просто посмотрите на мои руки, они полностью в крови. О, господи, нужно скорее убрать эту куклу куда-то, чтобы никто не нашел. Потому что если там Пеннивайз напрет, у нас будут огромные проблемы. С учетом того, что он увидит, что мы увидели руку, и то, что у него было когда-то, любовь нас просто убьет, Настя. О, господи, панда, это просто жесть, то, что мы здесь нашли. Это рука, это сердце, эти все штуки. Я реально не ошибся, она очень страшная. Она самая мистическая кукла, которую мы только разрезали. Потому что то, что мы находим, это так ужасно, панда. Тем не менее, панда, вот комменты из прошлого видео. Господи, ведь какие они шикарные, просто делающие комментарии. И просто знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажми на свой лайк, колокольчик и все, бро. Лайк, кулка, комменты, уже в новом видео, бандит. Как видишь, ребята, и супрем банды попали, и ты сможешь. Так что, бандит, давай. Эй, бро, помни одно, оставайся таким шикарным. О, господи, пока!